Это мой любимый Кембридж. Вечерняя прогулка. Смотрите, какой красавчик. Здание. Телефонные будочки традиционные английские. У них очень красиво декорировано. Пока еще не видно. Вот сейчас. Сейчас смотрите. Кажется, как будто бы далеко, а на самом деле это близко. Hugo Boss. Хороший бренд, кстати. Кто любит одеваться красиво, имейте на заметке. Очень хороший бренд и очень качественный. И такой, что вот довольно-таки универсальный. И для модников, экстрамодников можно найти, и для людей, которые любят поспокойнее одеваться. Но у них все очень качественное, очень хорошие дизайны. Поэтому на Hugo Boss стоит обратить внимание. Красивый город, обожаю Кембридж. Просто обожаю. Здесь такая энергетика замечательная. Она напоминает мне почему-то, я не знаю почему, но по энергетике. Центр именно Кембриджа напоминает мне Одессу. Мои любимые. Ой, там что-то, там что-то готовят. Так. Что у нас тут? Это надо, нужно очень медленно идти. Вот, конечно, вот огни никогда, я заметила, никогда не передаются на камере хорошо. Love you. Написано love you. Из огоньков. Это то, что открыто. Не знаю. Так, не была. Я имею в виду, что они сейчас в ассортименте. Видите, закрывается. Так, ну а здесь драгоценности. Это в другой раз мы посмотрим. Смотрите. Как сказка. Мой любимый Кембридж. Посмотрите, здесь огромнейшая. Ой, ну на камере она маленькая такая. Здесь огромнейшая лампа, вся из огней. Это настолько прекрасно выглядит. Смотрите, как будто бы из льдинки. Очень красиво. Хороший магазин, я уже показывала. Ой, Lush для любителей. А вот у них такая декорация. Смотрите, как красиво они сделали. Тоже все постарались. Это шопинг-центр в Кембридже.
Так, о, у нас тут пингвины поют. Классно. Наверное, они работают, эти микрофоны. Супер. Трио. Как будто бы в снегу. Ну, в общем, красавчики. А с этой стороны посмотрите. Ой, все так слабенько смотрится. Но поверьте мне на слово, очень красиво. Очень много, ярко и очень приятно украшено. Так. Да, видите, он подтверждает. Так, что дальше? Это у нас драгоценности. Посмотрим потом на них. А вот такая светящаяся ваза. Ну, шикарно, она огромная. Выглядит хорошо. А теперь смотрите, какой они сделали потолок здесь. Значит, эти шары настолько огромные, боже мой. Может, мне удастся увеличить. Они такие огромные, вы не представляете. И красивые. И очень низко висят. И как будто бы елки, видите? Как будто бы елки в комбинации с шарами. Очень красивая декорация. Великолепная. Просто шикарная. Золотой, красный шар. Белый. Еще один красный, но только красный без полосок. И как будто бы елочки висят. Это магазин обуви. Но такой. Здесь ничего такого интересного нет. Apple. Так. Что у нас тут? Видите, это второй этаж там высвечивается. Victoria's Secret. Мы еще зайдем в него. Сваровски тоже, но не сегодня. Уже все закрыто. Поэтому стараюсь идти быстро. Ой! Мамочки, посмотрите, у меня в камеру не влазит этот товарищ. Вот это да. Мамочки. Белый мишка. Какой красивый, а? Я не могу понять, они уже планируют его разбирать, вот эти люди. Какой красавец. Он настолько огромный, что мне пришлось отойти. Мужчина, подвиньтесь. Ну что вы мне весь фасад загородили? О, вот так лучше. Сиди такой, Любочка, красавчик, а? Боже мой, это же надо. Я даже шла-шла и не заметила. Ну, это в моем стиле. Смотрите, как они украсили эти елочки, как будто бы и внизу снежинка. И здесь тоже огромные шары. Ну, знакомый магазин нам всем. Ну, кто живет в Англии, так точно. Это все закрыто уже.
девочка, миленькая такая. О, что? А ну, повтори, что ты он сказал. Я не услышала. В общем, говорящий какой-то. Говорящая будка. Really? Окей. Thank you very much. Так. Смотрите, какой огромный шар. Фонари. О, мамочки, чуть не упала. Потому что под ноги не смотрю. Пандора, кто увлекается. Вернемся. Вот этот магазин должен быть хорошим. Здесь обувь необычная, интересная. В этом магазине люди напрашиваются попасть в камеру. Я что-то заблудилась, не пойму, куда идти. Уже людей почти нет. Как красиво. О. Джон Льюис. Здесь очень много разной косметики, но Харатс я люблю больше. И он лучше. Ну и что? И теперь сделаем прекрасную фотку. Все, всем приятного дня, вечера, утра и вообще времени.